До закона послухмяного життя про спорт. Подлеткам, которые потребуют повышенной уваги, сегодня организовали насыщенную спортивную программу. Наведывание профильных установ, матчей и знакомства с олимпийскими призерами. Организатором выступила комиссия по справах неполнолетних облвыканкама. Больше подробно расскажет Ганна Ковалева. Гостей познакомили со студенным житем Гомельского училища Олимпийского резерва. Больше за то и пропоновали стать его выховацами. День открытых дверей собрал тут около сотни школьников, которые стоят на разных видах улику. Им рассказали про особенности учебно-выховавчего и тренировочного процесса. Особистым опытом поделились призеры Олимпийских гульнев, которые начинали тут свой шлях до перемог. Мы даем шанс всем, потому что в училище созданы очень хорошие условия для развития именно спортивных навыков, для повышения спортивного мастерства. Поэтому надеемся, если кто-то желает быть олимпийским чемпионом, то в училище созданы все условия для того, чтобы им быть. Сюда приходят научаться с 8 класса. У некоторых видах спорта начинают свой шлях только с 16 годов. Тому для подлетка у двери в училище открыты не только в этот день, а заусюды. А кроме знакомства с установой, им пропоновали наведать хоккейный матч. До речи, такая форма супрацовництва комиссии по справах неполнолетних и в училище Олимпийского резерву относно недавняя. Первый день открытых дверей прошел летось. Тогда и запросили детей только из Гомеля. На этот же раз так само приехали с Буда Кашалевского, Ветковского, Добрушского и Гомельского районов. И уже сегодня бачно, что подобные мероприемства приносят свой плен. Если говорить итоги 9, да можно говорить уже и 10 месяцев, что касается преступности в Гомельской области, у нас наметилась тенденция снижения. Я думаю, что те усилия, которые предпринимались и будут предприняты, позволят нам по концу года тоже выйти на тот показатель, который был и в прошлом году. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».